woke up and down the steps I ran into your arms. Your clean white dress and hair a mess blew brilliant alarms into my ears, and it's something worth seeing when you turn your eyes to me. Tell me, babe, do you believe in everything you see? Believe in me. That's love. That's love. Всем привет, меня зовут Ники Макалин, и сегодня я покажу вам, наверное, свои самые удачные покупки с китайских интернет-магазинов. Это видео я снимаю совместно с Женей Хилько, она вам также покажет свои покупки с китайских сайтов за последнее время. Если вам интересно посмотреть, что же она там заказывала, то переходите по ссылке, которая будет внизу в описании, и смотрите ее видео. Также у нее на канале вы найдете очень много видео на всякие бьюти-темы. Ну и давайте уже перейдем к моим вещичкам. Я вам в начале видео уже показала два платья, которые сразили меня просто на повал. Они пришли ко мне с сайта Shinsight, и я думала, что ко мне придут какие-то тряпочки, занавесочки, которые будут похожи на платье. Однако нет, эти платья просто шикарные, и реально их можно даже надеть куда-нибудь на выход, куда-нибудь на особый случай, на день рождения, на выпускной, на свадьбу даже. На любое мероприятие это платье будут уместны. Также мне что еще понравилось, то что эти платья не только для каких-то высоких девушек, но и для таких коротышек, как я, отлично подходят. Белое платье по длине под каблуки мне идеально подошло, а вот коралловое мне нужно будет все равно сантиметров на 5 чуть-чуть укоротить. Следующее, что я заказала на Shinsight, и что также мне очень понравилось, это был вот такой вот свитшот. Конечно же, привлек он меня своими рукавами, и также мне оказалось, что рукава придут такие, знаете, тоненькие, что за них будет все цепляться, но не тут-то было. Рукава очень пришли такие плотные, то есть кружево такое очень качественное, но единственное, что это длина рукавов, она непонятна, то ли она 3/4, то ли рукава немного коротковаты. Но тем не менее, если подворачивать, ну, носить вот таким вот образом, то никаких проблем не создается. До сих пор радуюсь, что этот свитшот теперь у меня есть, и его также можно носить не только осенью там, но и летом, потому что рукава, ну, они абсолютно не создают какого-то дискомфорта, а сам материал довольно комфортный. Следующее, что ко мне пришло, уже было с сайта Romwe, это был вот такой вот ромпер, и я, наверное, его не буду вам показывать, как он смотрится на мне, потому что вырез довольно откровенный. Я вам, наверное, вставлю картинку, и вы посмотрите, как смотрится этот ромпер, и что хочу сказать по поводу качества, абсолютно осталась довольна, материал очень приятный, и, возможно, да, сильно мнется, но я думаю, что этот ромпер и не подразумевает под собой, чтобы быть идеально чисто выглаженным. Я его буду носить на отдыхе, и как раз для этих целей я его и заказывала. С покупками для меня мы уже закончили, и давайте вам покажу еще две вещи, которые я заказала уже для вас, и которые я разыграю в своих ближайших видео, то есть, может быть, в следующем, может быть, через одно видео. Первое, что я заказала для вас, это были вот такие джинсы. Они мне безумно понравились своим фасоном, рваные. Я думаю, что многим эти джинсы подойдут, потому что заказывала я вещи такие универсальные. Первое, это джинсы, и вторые шорты я вам сейчас покажу. Заказывала в размере M, и мне кажется, что они подойдут как девушкам, у которых размер S, но при этом они будут чуть-чуть свободно смотреться, но и тем, у кого M-ка. Безумно крутые джинсы, я даже подумывала их оставить себе, но потом поняла, что столько рваных джинсов мне просто не нужно. И второе, что я для вас заказала, это вот такие рваные шорты, они идут на высокой посадке, и джинсы, кстати говоря, тоже идут на высокой посадке. Они подойдут также большинству, они в размере M. Разыграю, как я уже говорила, в следующем или же через одно видео. Так что ждите и не пропустите этот конкурс, и на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то обязательно поставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также посмотрите видео Жени. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока! You were the dark horse, on which I rode. I gave you my sword and shield, myself exposed. To witness an honest man with honest deeds, fallen on his bloody knees. God has chosen all but me, and I have chosen you. Yes, I have chosen you.